Станице Северской ведутся работы по расчистке русла реки Убин. Проводятся они на средства государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения». Получили на расчистку чуть более 3 миллионов рублей. Сотрудники МЧС и администрации сельского поселения определяют самые заросшие и заиленные участки, удаляя поросль и поваленные деревья, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением. В данный момент работы завершили на участке реки в районе переулка Песчаный и начали расчистку под пешеходным мостом на улице Комсомольской. Работы продолжатся до осени. В общей сложности расчистят порядка 3 километров русла реки в черте населенного пункта.